Потому что в течение всего месяца, когда шли переговоры о создании правящей коалиции, было абсолютно нормально в дискурсе использовать противопоставление или латышской коалиции, или коалиция с центром согласия, и потом дальше комментировалось, что центр согласия все-таки не квалифицируется под понятие латышской коалиции, соответственно, создаем латышскую без центра согласия. И все это вместе, учитывая, что... То есть, господа Урбанович, Элкснич, Адамсонс, это Заринч, такие латыши второго, Заринч второго сорта. Тутин, да, ну, как есть, так есть, но куда же, если единство, ну, пересчитывает само по головам, кого считать, кого не считать, ну, кто же против этого может выступить. И в результате всего этого, конечно, у людей... чувство обиды, оно в значительной степени усилилось. А если мы говорим о языках, то сейчас-то больше проблема, если мы говорим про латышский язык, не только в знании языка. Язык знают намного лучше, чем было 10 лет назад, и несравнимо лучше, чем было 20 лет назад. Хотя, естественно, спрос на бесплатные курсы, он огромный, то, что делает сейчас Рижская дума. А ситуация в том, желает ли человек на этом языке говорить. В советское время ни у кого проблем из этнических латышей с русским языком не было. Все говорили свободно. Но лояльности к строю государства это не прибавляло. Поэтому люди, которые ставят знак равно между знанием языка и позитивным отношением к языку, они очень ошибаются. И проблема в том, что огромное количество людей этот язык хорошо знают, но на котором они готовы говорить с 9 до 5 в рабочее время, но не с 5 до 9. А вот это уже огромное... недостаток всего того, что в нашем обществе происходило. Побочный эффект кампании перед референдумом по сбору подписей и все это время в режиме стендбай — это огромное количество в разных министерствах и ведомствах всяких дискуссионных панелей, круглых столов по интеграции, по сплочению общества. Там в Министерстве культуры был сегодня манифест у президента. Еще тут каждый день на этой неделе будет где-то что-то происходить. Ваш комментарий. То есть вот начала власть думать о том, что что-то не так в области этнополитики? Или это, вот, не знаю, быстрое латание дыры, прикрывание собственных задов? С одной стороны, то, что в этнополитике абсолютно все не так, как должно было быть, стало очевидно всем. Просто каждый пытается эти проблемы решать теми способами и теми инструментами, которыми он умеет пользоваться. Работники министерства умеют пользоваться совещаниями, рабочими группами, другими, скажем, правильно звучащими, но достаточно бестолковыми с прикладной точки зрения инструментами. Рижская дума, предположим, просто запустила, увеличив финансирование, бесплатный курс латышского языка. Полезно всем. Полезно тем русским клиентам, рижанам, клиентам курсов, рижанам, которые выучат благодаря этим курсам латышский язык. Полезно латышам, с которыми эти рижане в какой-то ситуации заговорят на латышском языке. Вот просто нужно идти работать. Или Рижская дума идет и ремонтирует школу, латышский, русский. Замечательно, скажем, инструмент интеграции. Можно, конечно, проводить совещания или рабочие группы, но каждый как умеет. Человек с ником «Доброжелатель» написал: «Нил, у вас хороший загар». Пройдет со временем. У нас сейчас реклама, но мы не прощаемся, и несмотря на позднее начало, мы немножко перетянем, мы почти полный час будем в эфире. Сейчас реклама, но не переключайтесь, мы на пятом. В нашем отеле каждый номер имеет свою историю. Комната 70...